День добрый, уважаемые зрители, подписчики. Стримов на канале до 25 сентября не будет. Так решил YouTube на поданную мной апелляцию. Она отклонена. Что произошло? Я назвал стрим по игре Хоп, и по случайности название совпало с одним из фильмов студии Гибли. Конкретно «Небесный замок Лапута». Подал апелляцию, как я уже сказал, ее не удовлетворили. Все стримы будут теперь идти на Твиче, а записи выкладываться на YouTube. В связи с тем, что высокое качество видео обрабатывается долго, то стримы будут появляться на следующий день записи стримов. Открывать второй канал на YouTube не планирую, ввиду бессмысленности данного действия. Если есть желание смотреть онлайн, забегайте на Twitch. Нет желания, не забегайте, можно будет посмотреть в записи. Унывали или я, что стримов на YouTube не будет, лишь отчасти. Я это воспринимаю больше как отдых. Можно отдохнуть от постоянного бега вперед. Отдохнуть и набраться сил. 2020 год в плане дизморалей был очень серьезным. И каждый раз бросал какой-то вызов. А сейчас я воспринимаю текущий вызов просто как передышку, данную мне. В общем, не забывайте, увидимся на стримах на YouTube после 25 сентября. Всем пока!